В начале июля в Центральном парке города Видное стартовала акция «Пятничный вечер». Она была организована силами администрации парка и волонтеров и проводилась каждую неделю на протяжении всего лета. Для детей и взрослых устраивались интерактивные игры, танцы и конкурсы. Осень – традиционная пора подводить итоги летнего сезона и строить планы на будущее. За прошедшее время более 500 человек, как детей, так и взрослых, приняли участие в еженедельных пятничных развлечениях, которые проводились с 17 до 19 часов. Дартс и шашки, музыкальные конкурсы и флешмобы, всевозможные мастер-классы. Количество участников программ колебалось, но без работы организаторы не сидели. Народ есть всегда. Просто когда-то действительно 10 человек, может быть 5, когда-то может быть их 25. Но я думаю, учитывая, что начался учебный год, все-таки погода не самая теплая, посещаемость немного снизилась, но все равно есть дети, как вы можете посмотреть. Они все равно приходят, это самое главное. Первый месяц осени выдался относительно сухим, поэтому пятничные вечера решено было продлить до конца сентября, а дальше сфокусироваться на разовых акциях. Сотрудники парка отмечают определенные сложности работы в межсезонье. Организуя игровые программы, часто в планы приходится вносить коррективы в соответствии с погодой. В октябре планируется немножко другая программа, о которой мы скоро совсем всем все расскажем на наших страничках в социальных сетях. Но вечер пятницы уже, скорее всего, не будет, потому что погода будет плохая. В ноябре начнется подготовка к новогодним праздникам. При этом сотрудники парка отмечают, что основной упор будет сделан на разработку игровых и интерактивных программ, которые намечено проводить в дни зимних каникул. В них традиционно будет задействован не только Центральный парк города Видное, но также Расторгуевский и Тимоховский.